А сейчас я вам еще покажу один способ, какой избавит вас от слежки на вашем мобильном устройстве. Ну, вы пока подпишитесь, поставьте это видео лайк, заглядывайте, где я снимаю такие видосы каждый день, и погнали. Для этого вам понадобится Chrome. Заходим в Chrome, в правом верхнем углу у нас будет три точки, нажимаем на них, попадаем в настройки, нажимаем, попадаем в вот такое вот секретное меню. И здесь нас интересует пункт, который называется «Настройка сайтов». Да-да-да, вы не усни, послышалось вам. Настройки сайта, вот он. Нажимаем сюда, и здесь будет пункт камеры. Так вот, блокируем камеру. Смотрите, запрашивать разрешение на доступ к камере. Активируем эту настройку, и после ваша камера не будет включаться и ничего записывать. Также выходим на один пункт и ищем микрофон. Точно так же его активирован. Активирован. И теперь запрашивать разрешение, доступ к микрофону. Все, будет запрашиваться доступ.